Используй промокод FIRE11, пополняешь на косарик, получаешь 1400 рублей. Всем привет, дорогие друзья, сегодня у нас будет рандомный гость, то есть выбирать кейсы, которые я буду открывать, и посмотрим, окупимся ли мы или нет. Давай, Степа, пока показывай, на что открывать. Так, давай кейс, этот, сердечко там, Валентина. Валентин, я его сегодня открывал, он меня порадовал. Так, хорошо, давай один кейс откроем, Валентин, и как ты думаешь, что выпадет? Я думаю, что-нибудь красное выпадет. Жестко, жестко. И сколько рублей нам выпало? 64. Ну, пойдет, Степа, на Биг Мак, так сказать. Ой, на чизбургер маленький пойдет. Что дальше? Что открыть? Так, дальше давай откроем Сейка. Сейка? Да. Но он такое тоже, знаешь, иногда радует, иногда нет. Ты говори, сколько раз открыть. Ой, смотри, как пролетает. Вот так. Ой-ой-ой. Вот так и все пролетает. Еще раз открыть? Давай еще раз. Я думаю, сейчас... Ничего я тоже так думал, Степ, я по 10 раз открывал и ни разу не выпадал. Вот что дропается, понимаешь? Ё-моё, почти. Да не почти, Степ, да не почти. Что дальше? Дальше давай Дмитрия Ликса откроем. Ты его фанат? Да, я его фанат. Ну тогда давай Дмитрия Ликса. Ликса, вопросов нет. Прикинь, сейчас чисто зуб тигра. Ну тут его оружие выпало. Реально, он же с негивом по КД гоняет. Смотри, тут 3 негива может выпасть. И все по дешманской цене. Ну, хотя бы малый хит. Это сколько рублей? Как ты думаешь? Подожди, сколько стоит малый хит? Как ты думаешь? На 100 рублей, деть. А, в натуре. Как ты угадал? Ты я гений. Ну, какой... Почему дропаются всякие пулеметы, всякие такие дропы сомнительные? Ладно. Ой-ой-ой. 160 рублей. Мы в минусе так-то, Стёп. Так, дальше? Тогда... Сейчас надо подумать. Очень много думать. Давай откроем кейсик... Ну... За 380 рублей снизу там, сахар? Любой. Да, сахар. Давай сахара, бам. Сахар, кстати, меня очень часто окупал. Но сейчас, видимо, как только ты сказал, то удача вот на экономику. Да Степа, ты ломатор экономики, ты все ломаешь. Вот ты говоришь что-то открыть, и все ломается, видишь? Все плохое, ладно. Возможно, ой. 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 Блин. Ну... Блин. Ой-ой-ой-ой-ой, Стёп, ты чё материшься? А давай этот на все деньги какой-нибудь кейс откроем. Да? Вот за 700 рублей какой-нибудь снизу там есть. Какого-нибудь. Ну давай. Можем вот этот открыть. Давай. О, АВП хочешь? АВП, вот АВП, да. Ну давай посмотрим, что нам можно. Dragon Lore какой-нибудь бы выпал нам. Стёпа, не помешало бы за 700 тысяч, знаешь, скинчик. Но нам говорит, до свидания, сайт. А мы его купили? Нет. Хочешь помайнить? Когда у меня все плохо, я всегда в улинить майн иду. Майнинг. Давай. Что ты хочешь помайнить? Азимов, что? Неоновый райдер, хайпербист? Неоновый райдер, давай. Ну, я его, кстати, сегодня майнил, и мне калаш выпадал, но второй раз, я так полагаю, не годится, да? Ну, нет, пока что он выпадает, знаешь. Кстати, МакТен выпал, это ок. 500 рублей, прикинь. Нюх! Вот-вот, все. Завозик. О, калаш! Смотри, калаш выпал. Степа, вот сейчас ты должен сделать правильный выбор. Вот сейчас ты должен сделать мега правильный выбор. Бустер. Бустер? Да. Вот ты уверен, что если я 5 открою, то окуплюсь? Нет, конечно. Но... А зачем ты сказал нет? И уже поздно, Степ. Получается, если сейчас окупят, то я был прав, а ты нет, да? Нет, я нет, всегда прав. Нет, нет, какая гадюка, себя укуси. 1400, ну что? А, ну, кстати, небольшой минус. Еще раз, фастом, я закрыл глаза, Степ. Ты чё выпало? Ты чё, вообще? Говно. Еще раз закрыл глаза, что выпало, Степ? Ник. Не, ну это вообще издевательство, я считаю, сайта. Хорошо, тогда давай, вот, что ты хочешь из этого вот открыть? Давай, что, к чему душа поёт? Слаб. Давай... Аук давай, ауг. Нет, урок, бери аук. Всё, Стёпа. Да-да, нет-нет. Повезет ли нам в этой ситуации? Я думаю, конечно же, нет. Удача не на моей стороне и не на твоей, походу, сегодня. Я тебя позвал, чтобы проверить, может, ты, да, везучий. А я, как казалось, просто проводник невезения. Ладно, на самом деле, аук хватит. Хватит ауга на сегодня. И сколько это стоит? 800, кстати, окупились. Ладно, еще раз откроем.
Да нафига. Ну, до нуля, Стёп, надо крутить. Мы 2к подняли на майнинге и сразу же все слили. О, 2000, ты видел? Я даже не посмотрел. Стёпа, если открою EasyDive, как думаешь, что нам выпадет? Нам выпадет Глок. Глок? Вот давай сейчас твои прогнозы. Интересный прогноз, Стёпа. По твоей логике, если там открывать кейс, можно угадывать, говорить то, что выпадет, ну там, знаешь, Юмпик или Глок там. Если я сейчас открою агентов, ты скажешь, знаешь что? Выпадет, наверное, вот это. То, что ты... не надо трогать это. Агенты неинтересные. Агенты неинтересные? Вот я тоже об этом подумывал. Ну ладно, уходим. Продаем и уходим. Видишь, вот просто смотри коротко о том, что сайт выдает за эти деньги. Эх, Дигл, что хочешь? Такое? Я думаю, хочешь Дигл открыть. Ну, мы пока не окупились. Что хотелось. Пока плохо. Вот изумрудный Йормугант. Что? Окей. Давай откроем. Давай, знаешь что, откроем? Давай дешевый уже кейс, потому что денег мало. Там заяц где нарисован. Вот это? А. Это твой любимый мультик? Нет, я его никогда в жизни не смотрел. А, реально? Я смотрел когда-то. Ну, о, кстати, это сколько рублей? Еба! Это 337 рублей. Это окуп, Женёк, это называется. Ну, это окуп, но по сравнению с тем, что мы подняли, мы пока сейчас, знаешь, как... А, знаешь, что, Стёп, я подумал? Чё? Вот я подумал, что сайт хочет нас вот опустить на наше место. Вот видишь, бомж-кейс. Хлебная особая водка и чисто закуску. Ибо вы взломали часть... Что? Давай посмотрим. Все, бесплатный кейс нам выдали, Стёп. Охотник. Нифига себе. А сколько он стоит? Что же выпадет? Конечно же, говно, Стёп. Я думаю, Наваха будет. Наваха? Блин. 50 рублей кейс стоит. Это пи... Мы в него купили его. Мы бомжи. Официально мы бомжи, Стёп, с этой секунды, потому что, видишь, нам ничего хорошего... Не стоит ждать. Ладно, я так полагаю, нужно рисковать, Стёпа. И открываем вот этот кейс за 700, улынить. Да-да, нет-нет. Если нет, то анлайки. Красная линия. Это другой скин, ты знаешь? Нет, это не другой. Ну, знаешь, относительно... Не указанный предмет не найден. А, все продали. iPhone 14 хотел бы себе? Нет, я хочу 15-й. А 15-й вышел разве? Да, уже вышел. Реально? Да. Окей. Видал, как близко. Видал, все. Ну. Ладно, погнали на майнинг, на пофиг уже. Все, я уже в тильте. Не, давай Вульф один раз откроем и на майнинг пойдем, потому что ну тут уже тильтостан какой-то. Да, волк типа. Ладно, какой азимов? Какой ты хочешь? Ой, лагает. Давай этот красный. Красный? Сайрекс? Да, красивый. Мне нравится такой. Ну забей, тут все пустые будут, чекай. Вот. Как только я открываю майнинг, ухожу в нее, 90% шанс, что все пустые будут. О, кстати, Скар, это сколько? Это 2700. Это я поднял. Ну да. Еще один Скар, Степа. Еб! Ну все, мы оставляем Скар, так же. Все, не надо этот, больше не надо